Всем привет, друзья! Меня зовут Ирина Маркелова-Агапова. Я участвую в проекте «Всем миром» с 2013 года, уже более 7 лет. Сегодня мы поговорим на такую тему, как верификация, для чего она нужна. Например, ваш кабинет взломали, и вы не знаете, как его восстановить. Вот именно поэтому в проекте «Всем миром» введена верификация. Ну и не только поэтому, чтобы не было аффилированных цепочек. Когда некоторые участники делают друг по другом кабинеты, и на один и тот же паспорт человек не может сделать несколько кабинетов. Предоставление личных данных в верификации позволит вам получить доступ к дополнительным функциям личного кабинета, а также обезопасит от возможной утери контроля над личным кабинетом в случае несанкционированного доступа к нему третьих лиц. Что для этого нужно? Перед загрузкой документов на подтверждение личности, пожалуйста, убедитесь, что предоставляемые документы соответствуют следующим требованиям. Принимаются только официальные документы, которые содержат ваше полное имя и фотографию, паспорт либо загранпаспорт. Обратите внимание, что карточки доступа, сертификаты, студенческие билеты и тому подобное документы не принимаются. Верификационные документы действительны и содержат дату выпуска и окончания срока действия. Документ содержит серию и номер, дату рождения. Предоставленные документы отсканированы полностью без срезанных сторон. Тут написано, в каком формате вы можете загрузить. Мои личные данные. Статус проверка успешно выполнена. Второе. Документ, удостоверяющий личность, тоже проверка выполнена. И фото с документом в руках. Статус проверка успешно выполнена. Здесь нужно было сделать фото с документом в руках в открытом виде на странице с фото. Это необходимо, чтобы убедиться в том, что документы не были украдены или скомпрометированы. То есть я вам всем советую пройти верификацию в проекте и спать спокойно, что если вдруг, не дай бог, ваш кабинет кто-то угонит, вы его сможете восстановить. Моя реферальная ссылочка в проект «Всем миром», которому 9 лет, находится под видео. И мои контактные данные также находятся под видео. Всем пока!